Любой водитель предпочтет прокатиться с ветерком по новой дороге, а не считать колесами ямы, выбоины и трещины, которые образовались на автомагистралях за снежную морозную зиму. А для того, чтобы автомобилисты меньше внимания обращали на качество дорожного покрытия, а больше следили за ситуацией на дороге, уже сейчас на нескольких участках в городе активно ведется замена асфальтового покрытия. Сейчас ведутся работы по подготовке к сплошному асфальтированию на трех участках города. Это улица Лейтенанта Рябцева, два участка, улица Медицинская и улица Гродинская. То есть в этих местах ведется сплошное фрезерование покрытия и будет укладываться сплошной слой асфальтобетона. Кроме того, продолжаются в полном темпе работы по ямочному ремонту улиц. Сейчас работают 4 машины для ямочного ремонта, которые мы планируем, что за 3-4 недели ямочный ремонт будет выполнен. В районе улицы Лейтенанта Рябцева возле Каменецкой кольцевой в день проезжают десятки тысяч легковых и большегрузных автомобилей. А потому ремонт дорожного покрытия на этом участке – одна из первоочередных задач. Работы проходят в 3 этапа – фрезерование, ремонт сетей и непосредственно укладка асфальта. Снятие верхнего изношенного слоя выполняется на немецкой технике, которая находится в ведении Брестской строительной компании. Это немецкая техника. Фреза называется, фреза для холодного фрезерования асфальта. То есть достаточно серьезная, 2 метра ширина захвата. Очень современная машина, да, оборудована автоматикой Level Pro. Дополнительно в процессе задействованы самосвалы, подметальные машины, а также умелые руки дорожных рабочих. Ведь убирать остатки срезанного асфальта необходимо качественно и оперативно. Основные места, где идут разрушения, были, они определены горисполкомом, и в течение этого года намечается большой объем работ по сплошному асфальтированию. Кроме данного участка, в ближайшее время будут начаты работы по улице еще Красногвардейской. Ну и дальше они будут продолжаться согласно разработанного плана. К слову, в текущем году работы по сплошному асфальтированию в черте города планируется выполнить на сумму 3 миллиона белорусских рублей. Планы амбициозные, однако по мере необходимости будут вноситься коррективы. Главное, что фронт работ на ближайшее время определен. Погода благоприятствует, а значит, мы еще не раз увидим на проезжей части рабочих ремонтных бригад в яркой спецодежде и технику со знаком дорожной работы.